еще одном прекрасном месте, отличающемся от Санкт-Петербурга всем, чем только можно, но не менее кинематографическом городе. В Лос-Анджелесе на днях вручали необычные награды двум живым музам, женщинам, чья жизнь прошла в тени великих мужей. На кинофестивале в Беверли-Хиллз среди жен нескольких выдающихся творцов оказались две наши соотечественницы – вдова Сергея Параджанова и вдова документалиста Михаила Вартанова, чья камера всю жизнь работала бок о бок с великим маэстро. Кинофестиваль «Беверли-Хиллз» был организован в 2001 году для поддержки независимого кино в самом сердце Голливуда. В этом году впервые была учреждена премия, которая вручается женщинам за их роль в жизни художника-мужчины. Вдова Сергея Параджанова Светлана Щербатюк и вдова Михаила Вартанова Светлана Манучарян более 30 лет были их музами и соратницами. Мировое признание пришло к Сергею Параджанову в 1964 году после выхода шедевра «Тени забытых предков». Этот фильм вместе с еще одной культовой картиной «Цвет граната» включен в список величайших фильмов всех времен. На церемонии вручения призов в Беверли-Хиллз состоялся редкий показ – документальной картины Михаила Вартанова «Параджанов. Последняя весна», которая содержит уникальные кадры работы режиссера и его последнее интервью. Выдающийся кинодокументалист Михаил Вартанов, кроме работы с Сергеем Параджановым, разработал собственный кинематографический метод – режиссура нережиссируемого действия и снял незабываемые картины «Цвет армянской земли», «Времена года», а также серию эссе «Неотправленные письма». «Самое страшное – прозевать прекрасное», – говорил Сергей Параджанов. Дорогие друзья, не прозевайте прекрасное в кино. Приятных вам просмотров, счастливого дня и увидимся в пятницу.